10 мая 2023 года в 21 час 45 минут на 9-м километре автодороги Саранск-Рамаданово-Большое Игнатово трезвый 54-летний водитель автомашины «Лада 219010» совершил наезд на 47-летнего мужчину, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении по ходу движения транспортного средства без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Гульнара Аймуранова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ММО МВД России, Лямберский.